информация. Вы, когда покупаете франшизу «Мотокурс», вы покупаете не просто готовое бизнес-решение, которое позволяет вам эффективно работать, но и фактически хорошие дружеские взаимоотношения и постоянную поддержку на регулярной основе. Поэтому мы сейчас с вами переместимся в Переславль-Залесский на базу наших франчайзи «Мотокурс-76». Сейчас нас встретят Дмитрий и Михаил. И мы будем добивать, дожимать, разбирать там очередной очень крутой маршрут, который будет иметь кодовое название «Военная база». А вы устраиваетесь поудобней и наслаждайтесь. А лучше, конечно же, приезжайте в Переславль-Залесский и испытайте маршрут «Военбаза». Димон, тормози! Приехали? Да! Вы приехали в «Мотокурс». Ну что, братцы, сейчас я вам покажу, как тут франчайзи разошлись. В общем, находимся мы с вами сейчас в замечательном пазике, по-моему, это пазик. Максимальная комплектация, здесь есть люк. И вообще, братцы, это клиентская зона. Здесь можно переодеться, одеть шлема, одеть костюмы снегоходные и встретить вас вот такой добродушный хозяин. А оно ездит, Димон? Да, он на ходу 2013 года был снят с маршрута номер 23 из ХПП в село Красное. А то так это передвижной мобильный офис, тоже тема нормальная. Сел там, поехал, из Перека забрал группу, приехал. Трансфер, да. Так, братцы, сейчас по технике поговорим. Ну вот здесь кое-что у нас на улице есть. То есть здесь у нас 400-й Тунгус. Соответственно, СФ-очки наши любимые, 200-е. Ой, я их обожаю, честно тебе скажу. Мне вот эти вот больше нравятся, чем тунгусы. Они намного более маневренные, легкие в управлении. И вообще они крутые. В наше логово. Святая святых, место хранения техники. Итак, 200-ок у нас 1, 2, 3, 4 вижу и 4 тунгуса, правильно? Нет, там еще 500-ка стоит в Тамбовке. Итого 9 единиц техники, они братцы. Все с именами. 9 единиц техники, это однозначно уже один из самых крупных пунктов проката вблизи города Переславль-Залесский. Вот, они все с именами. Мы сделали на них наклейки. Вот это мой, дикий, но симпатичный. Вот, вон пчелка. Ага. Вот, на чем сегодня едешь? Я еду сегодня на пчелке. А я еду на диком и симпатичном. Ага. Вот. Это БДСМ. Ну, не буду рассказывать предысторию, почему БДСМ, просто с ним действительно много секса. Это инструкторский снег. Да, это инструкторский, мы его называем Советский Союз. Самый мощный, от него не уйдешь. Ну а здесь, братцы, ремзона, где техника проходит обслуживание, чтобы вам уже она доставалась полностью исправная, естественно, техническое обслуживание, замена масел, всего остального. 8 единиц техники за раз мы можем, то есть это если все за рулем, но также мы очень много людей просят именно, чтобы пассажирами. Ну что, братцы, посмотрим, какие тут маршруты в «Мотокурс 76». Перед каждой поездкой, братцы, тут, ну, естественно, проводится полноценный инструктаж. Шлема правильная, техника правильная, все здесь Ирбис. Братцы, трасса шикарная. Конца и края нет просторов. И на маршруте постоянно то какой-то домик отшельника. Сейчас вам покажу попозже. Теперь святой источник нашли. То есть очень много интересных таких достопримечательностей, где можно остановиться, там попить водички или просто походить, что-то посмотреть. Залесская пинка. Это одна из остановок на маршруте. Это пивоварня местного разлива. Вот, здесь можно будет провести дегустацию, а также купить напитки с собой. Домик кочевника уже проехали. Пару овражков прикольных, где попрыгать интересно. Пивоварня, все в старорусском стиле, все очень красиво, очень живописно. Часть вторая, лесная. Это бывшее хранилище ракет. Вот. Это, так сказать, ядерный щит России. Да, ребят, маршрут, конечно, это, ну, где-то трехчасовой.
поля, леса, рулежечка есть, трамплинчики есть, овражки интересные такие проезжаем. Надо приезжать, пробовать эти интереснейшие маршруты. Они, короче, знаете, что делали? Они взрывали все. Крайне круто. Настоящий сталкер. Ты же мотокурс. Мотокурс. Вот это шахта была, там стояла ракета. Там... была красная кнопка. Вот, братцы, в поле среди вот такого вот пустырника находится домик отшельника. Вот жил, говорят, тут человек по легенде. Я не знаю, как бы жил он здесь или не жил, или это сарайчик был какой-то. Но, судя по всему, вот когда-то кто-то здесь обитал. Вот это, братцы, маршрутик, я вам скажу. Да нет, здесь реально стоит приехать только ради вот этого одного только антуража и самого по себе маршрута. Маршрут крайне интересный. Полноценная, очень интересная, огромная военная база с множеством всяких проездов, заездов, там в арки где-то заезжаешь, через тоннельчики проезжаешь, поднимаешься какие-то подъемы, спускаешься с оврагов. В общем, красота неописуемая. Все это в глухом лесу, мы понимаем, да, где военная база была? И вот Димон меня туда сегодня отвез. Да, чай обязательно. Чай будет. Секрет успеха. Правильные маршруты, правильная техника, правильный подход. Ну и, конечно, правильный пазик. Пазик вообще, без пазиковый бизнес бы не... Пазик офис. Всем нравится, приезжайте. Так, ну а встретят вас инструктора Дмитрий и Миша. И Михаил. Братцы, из года в год мы стараемся, по крайней мере, соблюдать традиции и всегда, практически всегда в одном и том же составе. Это я и я, да, Димон и Димон. Спонсор нашей поездки до проруби компании Веломоторс, два снегохода Стелс, мой любимый Ставр. И вот здесь у нас 800-кубовый Атаман, который на данный момент находится, все еще находится у нас на тесте. Тестируем его в абсолютно разных режимах. И вот, отвечая на вопрос, как можно использовать технику, кому как, собственно говоря, она полезна. Вот нам на сегодняшний день в данном случае удобно будет доехать до проруби, чтобы не идти пешком. Ребят, все очень просто. Сейчас на примере Димсана я вам расскажу, как выглядит экипировка. Так как у нас на всем есть своя экипировка. Едете на снегоходе — своя экипировка, на квадроцикле — своя, в прорубь тоже есть экипировка. Во-первых, это шапка. Шапка должна быть необычной и закрывать уши. Вот так она выглядит. Очень крутая шапка у Димсана в этом году. Дальше это бекеша или какой-то тулупчик. Вот как-то вот так. Только оранжевые мотокурсовские плавки и, собственно говоря, валенки. Самое главное — это валенки, ребят. Почему валенки? Потому что когда мы с вами вылезем из ледяной проруби, так как на улице достаточно тепло, мы сейчас погрузимся, окунемся в прорубь, там будет крайне холодно, вода будет крайне холодной, мы выскочим наверх, и нам сразу самое главное — это ноги в тепло. И валенки в данном случае — это самый оптимальный вариант, потому что обувь какая-то на шнурках, на молниях и так далее, там не до этого, ребят. Надо просто засунул быстро куда-то, и все, и хорошо. Вот. Ну и, соответственно, накинуть бекешу. Здесь ничего, на самом деле, Димон нас не должно разделять, потому что ты же не будешь одевать майку, да? Нет, не буду. Нет, майку ты точно не буду одевать. И все остальное ты сразу бекешу накинешь, потому что здесь у нас это шерсть. В кофр, да. Да, это все в кофр. Это шерсть, она сразу согревает, греет. То есть ты укутался сразу в бекешу, и прям кайф. Купель купельная. Идут легкие такие подготовительные процессы. Че, Дим, замерзла? Не, она чуть-чуть. Кто-то будет ледоколом. Как всегда, традиционно я забываю снимать шапку. Ручки все вообще перила прям.
погоди. Где платить? Нужно скидывать плавки. Крещением! А чё коленки? Коленки нормально. Тепло стало? Я даже сказал, жарко. Внутри. Ежегодная битва буксировщиков проходит в этом году в районе Шереметьево. Битва буксировщиков и снегоходов. И, братцы, здесь не только бензиновые, но и куча электрических версий представлена. Очень интересно нам будет посмотреть, как они сейчас будут биться на подготовленном квадротреке. Динамики никакой не будет. У вас какая тактика? Вы тоже будете сдавать или вы будете разворачиваться по кругу и быстрее будет, мне кажется? Только вперед. Только вперед, да. Никаких задних. Тем более, что... Никакого заднего хода. Да. У нас есть тактика, мы ее придерживаемся. Мы ее применим. Три сорок проедешь уже хорошо. Я даже не переживаю. Мы все знаем, чем все здесь это закончится. Ты без СМ-200 уже спешишь. Нет, в каком месте? Это южный модуль называется. Здесь снегоход? Нет. Ну а почему он в категории снегоходов не выступает? Ну, лыжа, гусеницы, снегоход. Все не по этому принципу, братцы, куча снегоходов продают. Лыжи, гусеницы, типа сразу снегоход. На самом деле, ну, лыжный модуль, фактически, вот, буксировщик и модуль. Не вошел. Газ по лаз, как у Люли. Давай удачи. Ну удачи. Мы за тебя болеем. По мне, так битва буксировщиков еще не закончилась. Продолжает биться. Сейчас на Ирбисе начнется эпоха снегоходов. Хватает Ирбису простора для маневра. Какая задняя мама? Да правильно, правильно, бреговали столько вперед. Какой результат у него? 1.02. О! 1.02. Минута 0.2. Сколько? Минута 0.2. Круто. Вообще круто. Детички, я тебе готовьте! Смотри, что дядь Коль на Тунгусе вытворяет. Ох ты! Дядя Коля нацелен на результат серьезно. Смотри, что он делает. О, это вообще красавец. Братцы, я хочу обратить ваше внимание на то, как включается передача. Не хочу обратить. Это же доработанная коровка, да, Валь? Да, да.
Обратите внимание, как включается передача на Тунгусе. Сейчас он приедет, я вам покажу. Это вот та самая уже преддоработанная версия. Очень круто! Не ожидал вообще, прям крайне круто. И красиво было, я тебе уверяю, это будет самое красивое выступление сегодня на треке. Да. Здесь доработанная коробка. Дала коробка включаться вообще изумительно. Давай покажем. Братцы, смотрите, как на Тунгусе в ближайшем времени на всех Тунгусах будет переключаться и включаться скорости. Давай, я просто вот покажи, вот сейчас вперед едет, да? Дай газку маленького. Видно было. Вот, включили. Я даже не нажимаю. Ничего не делаем, да. Нейтралка. Да, задняя. Нет. А теперь дай газку, чтобы видно было, что они довключают. Так, задняя, давай вперед. Я не нажимаю тоже. Братцы, это Тунгус, вы поняли, да? Владельцы Тунгусов. Вот такая вот доработочка от компании Irbis Motors скоро будет. А как они появляются? Вот дядя Коля сейчас. Он прошел трек, занял чемпионское место. Результат хороший. Да. Красота. Давай, молодец. Меня быстрее обогнала. Слушай, так что, электрички уже едут? Да, сейчас просто. Пошла электротехника. Это как замыкающим будешь. О, кто там застрял? Что у него случилось? Перевернулся? Не, просто не вписал. Я уже могу заблаговременно сказать, что уже вот сейчас вы видите заезд победителя этих соревнований. Это читер Константин на электрическом снегоходе Ирбис. В воде пошел. Деревень у него цепь, масло. У него родной редук стоит. Правильно, правильно сделал. Красавчик, вообще не теряю времени, ничего. Вот. Я сейчас куплю электро. Когда-нибудь будет по 300 километров. По 200. Да? Запас хода? Да. У нас там человек 40-50 собирается. Да, там понятно, что там уклон, но я говорю, в этом и проявляется. То есть здесь где-то какой-то устоит, какой-то сразу надо. Вообще по ним надо улучшать человека. Морда широкая. Развез. Один. И там всего лишь один. Это компонос для очень электро, и вы друг другу не конкурент. Серьезная заявка на победу. Такое прикольное мероприятие, оформлено все классно, ребят, молодцы. Музычка играет, там объявляет все. Вот здесь вот вокруг люди поставили свои брендовые зоны, разбрендировали. Много интересной на самом деле техники. А сейчас будет у нас скоростная трасса. И здесь, конечно, уже драйв, адреналин, движуха. То, ради чего, наверное, большинство людей здесь, собственно говоря, и собрались. Братцы, заезд буксировщиков начинается. Ребята выстраиваются. Сейчас толпа будет такой, наверное, мощный старт.
те из вас, кто останутся в живых, будут завидовать мертвым. Братцы, на самом деле очень такая штука динамичная. Вот кажется вроде, да, буксировщик, скорость большая, а адреналин прям чувствуется, азарт чувствуется, как ребята стремятся, как стараются, это, кажется, так захватывает. Потихоньку так, никуда не спеша, но очень уверенно идет. Ох ты! Вот и такое бывает, братцы. Лучший снайпер снегохода 2022 года. Миша на старте на лыжном модуле. Ну чё? Жаль, что не, да сейчас без ружья, да? Да, зато сейчас на это попробуем. Хорошо. Три круга. Всем удачи! Да? Чуть на старте прозевал, а вырвался первый. Вот это подрыв. Отлично. Сразу все к победителю узнавать, что там за техника такая. У него просто не до 13 лошадиных сил, у него там 30, по-моему. 30? Там Микуни, Ниппи, Ураловский ставят. Ну, Ураловский на побольше ставят. Ну, это на ПЗ 27-м более-менее. А это сколько мотор? Так, это восьмерка. А, это восьмерка. Но она раздушная, все переделанная. 4 болта, и восьмерка, это та, которая... 6 или 4 болта, удивление буквально у всех в глазах, как так, что это такое. Подкрутил он там по-любому что-то, тоже читер, это же вот тусовка читерская все. Вот видите, тут одни читеры собираются. Объявлен старт электроснегохода. Интересно, Тиксик должен подъехать, надеюсь, он будет принимать участие в этом заезде. Три круга на электроснегоходах, главное не прослушать их, а бесшумно ребята могут прокатиться незаметно, да? Три, два, поехали! Опа! Смотрим здесь. Вот он, красавец. Ох ты, ох ты. Костя, красиво, красиво. Очень серьезный отрыв, у меня уже такое ощущение, что у ребят уже или батарейки подсаживаются, или еще что. В общем, техника слабо начинает делать. Это пар еле залез. Тиксик вроде бодрый. Тиксик вроде бодрый, но едет так, не очень динамично. А остальные уже такое ощущение, что у них либо батареи подсажены, либо еще что-то. Может быть, просто на динамике как-то раз и быстрее все это разрядилось. Вот это такой тихоходик прям. Ну, что-то... Динамика нет, он про подвески, как обычно тут отрабатывает эту пьесу. Дядя Коля первый вышел строиться. Вот он гусер. Первый готов рвать. Все видели, да, его подход. Его нрав, я бы сказал. Я бы побоялся ехать соревноваться с ним. Ребят, мотор трешка тоже или какой? Трешка. Трешка, ну так это... Медленно едет, почему? Ограничение на нем установлено просто. Или оно нахрена ограничение на соревнованиях? Да просто по кайфу. А, вот просто потестировать? Да. А эта батарейка нормально заряжена была?
Я просто думал, может, вы пока катали, там всех высадили батарею, мне показалось. У него контроллер настроен на максимально 15 км в час. Не хватит. А мы его затушили просто. 14 там есть? Здравствуйте. Есть мотор, трешка, четверка? Ой, я не знаю. Ну и правильно. Не, едет классно очень, да. Визуально. Тиксик прям понравился. Визуально едет, чувствует, что запас есть. Вот девушка просто катается в удовольствие. Но как бы на соревнованиях хотелось бы все-таки ребята увидеть не в удовольствие, а так вот под нагрузкой, так сказать. Все тут выстроились. Значит, Тарас, СФ-200, Тулгус, Тафалар и вот лыжный модуль, короче. Молодцы. Три, два, поехали! Капитанов ушел, а дядя Коля первый вышел на старт, но не смог пока удержать позицию. Так, дядя Коля. Коля, скидывай его нахрен! Коля уже тут заканчивает второй круг. Дядь Коля остановился, седло поправил и Тараса все равно обогнал. Модуль выходит. Ну, а в то время Капитанов Валентин уже на 200-ке финишировал. В то время как остальные участники все разбирают там. Всех сделал так же, как ты практически, привез на круг. Я говорю, тусовка читеров, лучше не связываться. Завершает гонку. Тарас. Ну да, это было, конечно, активно. Снегоход победителя, как всегда, всем очень интересен. Включились опять тест-драйвы. Ну как? Ну не подвел. Вы думали, по-другому будет, что ли? Вы ничего другого не ожидали. Читерская тусовка. А время, кстати, не спросил, сколько. Сейчас спросим. Красиво. Электричку мы объехали. Дядь Коль, ну ты вот круто. Я сначала не понял. Я сначала думал, что ты не скинул эту седуху. Вот. А ты остановился, одел и все равно их всех обогнал. Я понял. Это было красиво. А что случилось? Дружище, это какая гусеница? Это 36-86. Ну, ширина 38-я. И у тебя 30 сил. Да? А здесь что у нас? 24 силы. Да. Все. 500-я гусеница. Ну. Самые мощные участники заездов. Значит, у нас 30 сил, 24 силы. Там где 30, там 38-я гусля. Там где 24, 50-я. Конечно, 50-ю гусню, на мой взгляд, ну, тяжелее. То есть вот у правого снегохода, где 30 сил, узкая гусеница, по укатке здесь все шансы. Поэтому... Я думаю, победитель, в принципе, понятен, это будет вот красненький Атлас, но, на мой взгляд, немножко он кувыркаха. Если он нигде не кувыркнется, то победа, на мой взгляд, в его руках. Сейчас посмотрим. Половина очки даже не одевает, они не планируют быстро ехать. Надевай! Готовы? Раз, два, поехали! Ну, собственно, и все, наверное. Наверное, в данном случае можно и не бегать. Ну, никто ничего другого-то особо и не ожидал. На самом деле, можно было не ехать, и так все понятно. Ребята знают, что всем очень интересны вот эти вот снегокаты. Современная тенденция вот этого года, наверное, 22-го, 23-го. Однолыжный, однолыжный гусеничный бензиновый снегокат. Может быть, даже здесь электро сейчас будет какие-то представлены. Ну вот по этой же трассе сравнительно, просто посмотреть, как это будет выглядеть, я думаю, всем будет очень любопытно, особенно, что действительно очень много людей ими интересуются. Уже есть у нас свои личные выводы, свой опыт эксплуатации этой техники. И первичное заключение заключается в том, что сел, встал и поехал, вот так вот здесь, ребят, не получится.
И очень много всего от покрова снежного зависит, но основное это навыки. То есть эта техника требует навыки. На них надо накатать, прилично накатать, после этого может что-то исполнять. Вот так вот встал и попер, это ну как на снегоходе, как на СФ-ку, например, сел и поехал, такого не получится. Конечно, уже профессионалы управляют техникой, но я думаю, что для понимания и так понятно, да, что это не так просто, что ребята сосредоточены, напряжены, ребята реально работают всем телом, всем корпусом. Был финальный круг, все доехали, один участник вот там на эгоисте Макс посередине трассы доезжает, ну, не знаю, вот так мне визуально это ну, не так все-таки драйвово, как это было даже на буксировщик, даже буксы мне больше понравились, они именно так вот азарт какой-то так поднимают, здесь как бы все очень как-то так. Но, конечно, не для самих участников. Участникам, конечно, все это интересно, все это захватывает.